Всем привет, мои дорогие! В сегодняшнем видео о многочисленном просьбе я расскажу вам об отеле в Болгарии, в котором сейчас мы с моей семьей отдыхаем. Наш отель называется Solna Sever Resort, который состоит из трех комплексов. Сейчас более подробно я вам обо всем расскажу, покажу. И кому интересна эта тема, оставайтесь со мной. Главный вход. Вот здесь стойка ресепшн. Туда вниз мы спускаемся в ресторан. Лобби-бар, который работает с 10 утра и до 11 вечера. Холл, где все обычно сидят с ноутбуками, поскольку здесь ловится Wi-Fi. Отдельно здесь вот на несколько компьютеров. Лифты. И вот тут вот стойки информационные, какие экскурсии, куда чего, что можно посмотреть, какие достопримечательности, и также информация об отъезде. Один из огромнейших минусов здесь, в этом отеле. Эти столы с закусками практически пустые, к ним подходишь свободно. Вот. А там, где есть что-то такое нормальное, мясо, какие-то гарниры, здесь вот такая огромная очередь. Будем на маме.
Вот так выглядит наш номер. Вот такая огромная кровать. Это вот Антошки тут застелили. Вот зеркало. Это наши чемоданы. Шкаф, туалет, ванна. Балкон. Конкретно в нашем отеле вот такой вот есть комплекс из бассейнов. Здесь глубина от 60 сантиметров для детей, для самых маленьких. 80 сантиметров, метровый, по-моему, если не ошибаюсь, и 1,40 м, самый глубокий. Вот так. Шезлонги, зонтики. Вот здесь есть магазинчик такой небольшой, где можно купить все самое необходимое для бассейна. Какие-то солнцезащитные кремы, если кто-то забыл. Здесь такая открытая терраса, на которой можно завтракать, обедать и ужинать. И внутри расположен сам ресторан. То есть выбираете либо в самом ресторане, либо на террасе. А на втором этаже отеля тоже находится такая открытая терраса, столики, зонтики. И обычно по вечерам здесь вот находятся музыканты, живая музыка. Не каждый вечер, но случается такое. Вот. И хочу сказать, что в 11 часов по болгарскому времени, в 12 часов по московскому, все это заканчивается вечером. То есть все отдыхающие отели могут спокойно отдыхать и не переживать из-за того, что звучит громкая музыка и мешает спать. Здесь также есть небольшой бар, в котором вам могут предложить прохладительные напитки, мороженое, пицца, картофель фри и вода. Здесь постоянно вот стоит кулер. Днем и ночью можно набирать воду. Что тоже очень важно, потому что в некоторых отелях вода продается и достаточно дорого. Территория отеля очень зеленая. Здесь такой небольшой парк расположен. Днем детская анимация. Детям очень нравится. Вечером уже анимация для взрослых. Могу сказать, что осталась я довольна, потому что на самом деле не очень я это все дело люблю, но здесь мне понравилось. Отдыхающие любого из трех отелей могут пользоваться всеми привилегиями, доступными проживающим в отеле. Купаться можно абсолютно в бассейне, никто ничего здесь не скажет. Это не запрещено правилами. Единственное, что проживающие в каком-то конкретном отеле должны питаться именно в ресторане этого отеля. А перед вами отель Solneseber Palace. Вот такой большой, очень красивый. Который находится рядом с нашим отелем. Solneseber Palace. Напротив этого отеля находится сцена, где обычно проходит вечерняя анимация, вечернее представление. Thank you.
Лесенка, спуск к морю. Там находится тоже территория, как бы пляжная зона такая. Вот, и есть морское такси. Смотрите, как интересно. Зона лежаков расположена в таком вот небольшом лесу, парке. Массажные столы. Зонтики, лежаки. Лесенка, спуск к морю. Такой небольшой причал. А здесь морское такси, на котором можно добраться до старого Несебра. Это вот неохраняемая часть пляжа. Бесплатная зона. И вот здесь еще одна лесенка. Спуск, по которой можно выйти из отеля, из нашего. И вот там вот начинается охраняемая зона, охраняемый пляж. И, соответственно, эта зона уже платная. Платный зонтик, платный лежак. Рядом с отелем Solnesøber Palace находится еще один отель, который называется Solnesøber Mare. Это третий отель. Он абсолютно идентичен нашему Solnesøber Bay. Одинаковый абсолютно, немножечко внутри интерьера у него другой. Тоже есть бассейн, такая же открытая веранда, на которой можно завтракать, обедать и ужинать. Ресторан отеля. Вечером в этих бассейнах вот так вот в шариках развлекаются дети. Тоже небольшой такой магазинчик, где можно купить нарукавники, круги надувные. Вот такая большая территория, на которой много зелени и цветов. И напротив отеля Solnesøber Mare расположен еще один бассейн с водными горками. Сейчас я вам их покажу поближе. Вот этот бассейн, о котором я вам говорила, с водными горками. Их здесь три. Две вот таких небольших, разноцветных, как радуга. Они рядышком, то есть для детей. И вот такая желтая горка, уже чуть побольше. На ней могут кататься как взрослые, так и дети. И вечером, как вы вот сейчас можете видеть, вот такие надувные машинки, лодочки, кораблики. Это уже развлечение с 6 вечера до 10 вечера за отдельную плату. Обычно здесь все время стоит очередь на эти машинки. Вот там расположен комплекс из 3 батутов надувных, тоже для детей. Работает целый день за отдельную плату. 3 батута, на которых ребенок может попрыгать. Вот как раз Антошка пошел развлекаться. Стоит 3 минуты прокатиться на этой машинке 3 лева. В переводе на наши российские рубли это где-то 60 рублей. Сравнивая с ценами в Ступино, могу сказать, что 5 минут покататься на подобном аттракционе у нас стоит 150 рублей. То есть, получается, здесь, в Болгарии, даже на курорте, это дешевле. На территории отеля есть теннисный корт, небольшие такие развлечения, занятия для детей. Рисуют на песке, раскрашивают игрушки. Также здесь различные сувенирные лавочки вы можете увидеть. На территории отеля Solnesøber Palace есть спа-центр.